Богачи Руслан Николаевич. Сколько тебе лет? 50. Солчевск. В августе прошлого года мобилизован. Вышел за хлебом. Облава. Посадили в автобус. То есть меня даже не пустили. Посадили в автобус и все. Поехал. На Бэху. То есть это, господи, посадили и на расположение. Отвезли 3-го батальона. Вот. Отвезли на позицию, там у нас был типа КМБ, что-то такое. Вот, это в районе села Орска, не село, а это город Велик. Вот, ну там мы тренировались. Двойками, ничего особенного. Ну, что считали нужно, за нас учили. Стреляли, гранаты летали. Вот. Перед выходом на позицию командир роты проверяет полностью наличие. То есть бутылка воды, полбуханки хлеба, две тушенки, как минимум. Трусы, 5 пачек носимого ПУЛИ 5.45. У меня есть целок, у меня только 5.45, не знаю, пока ничего не было. Вот. Ну, чтобы были носки, естественно, свежие поменять. Чтобы были трусы и майка. Все там проверяют. И, конечно же, медицина. Пришел проводник. Пришел проводник. Мне помню, как вы будете идти. По-моему, скорость движения колонны определяется скоростью движения самого внутреннего члена. Я отстал от своих. Мы уходили с позиции, которая нам была задание. Вот. И командир нас позвал. Все. Получилось так, что я рядово поднимал. Я рядово поднимал бронежилет. Ну, на позиции, где это такое? Бронежилет, поклажу, ручной автомат, все это. Вот. Они ушли. Я за ними. Я думал, все, ну теперь все положено. Вот. Хвост мелькает, я за ними. А они решили, судя по всему, пока еще не идти, чуть-чуть подождать, пока стемнеет. Вот. Мы пошли, видать, уже смеркалось. Я, видать, где-то на другой тропинке повернул, именно там, где они пошли. И вышел на поле. Ну, я примерно знал не про, кстати, расположение противника. Поэтому я как бы туда не шел, ну, пропетлял, кажется, пробухал целую ночь. Где-то под утро вышел уже на бассейн к этим 70-летним ребятам. Нормально приняли меня, все. Я ждал, что, конечно. Мне сказали, что зэки. Ну ничего, все. Дали воды попить, я же 3 дня не пил, ходил. Но вот в плен попался как? Я стоял на позиции почти сутки, больше суток. Ну и, короче, командир сказал, иди отдыхай. Ну я пошел отдыхать. И заснул. Проснулся уже тогда, когда ребята, что бойки уже стояли. Все, кажется, с автоматами, со всеми. Вот тебе это так, как я попал в плен. Как тебе относится в плену? Нормально относится. Кушать дают, все. Нормально просто, ребята. Ну, что, взял стоимость, все, ему нормально, и рассказывал все.